Дорогие друзья, всем привет! Мы уже сегодня виделись, но тут сейчас такое очень срочное видео, которое должны обязательно все посмотреть. Я нашла офигенный чит, в котором есть очень крутые возможности в аватарии. Итак, давайте я вам объясню, как его запустить. Чит работает только ВКонтакте. Для начала вам нужно вступить в группу Ava World без ограничений, но они всегда меняют название, поэтому я буду оставлять его в описании. Группа закрытая, вас примут где-то в течение 10 минут. Итак, вот мы видим сайт, но на него не так просто зайти. Для того, чтобы зайти на сайт, вам нужно скопировать логин и пароль в закрепленной записи. Теперь мы переходим вот по этой ссылочке и попадаем на вот такой вот веб-сайт. У вас должно будет выйти окошко, в котором нужно будет ввести логин и пароль. Теперь у вас будет такая синяя кнопочка Games, вы на нее нажимаете, и у вас начинает загружаться аватария. Но не спешите радоваться, вам нужно будет зайти на свою страничку ВКонтакте, зайти в аватарию и сделать одно действие, которое я вам сейчас покажу. Мы заходим в обычную аватарию и нажимаем правой кнопкой мыши на «Пригласить друзей» и копируем адрес ссылки. Теперь мы переходим на сайт с читом и туда наверху, где написана ссылка сайта, мы пишем вопросительный знак и вставляем вот эту вот ссылочку, которую мы скопировали, и переходим по ней. Как вы видите, теперь приложение запустилось. Кстати, грузится оно довольно быстро. Тут у нас вместо аватария написано «Аватария без ограничений». О, господи, вы только посмотрите на эту цену. Ребят, посмотрите на мое количество золота. Я хочу проверить, возможно ли на него что-то купить или нет. Давайте попробуем купить вот этот пуловер от Brave. Вот, я покупаю, но написано то, что недостаточно ресурсов. Так что нет, это пока что не работает. Но я надеюсь, что этот чит как-то доработают. Мне интересно, какие здесь есть функции у нашего персонажа? Давайте посмотрим. Ого, смотрите, сколько здесь функций. Капец. Очень много. Тут можно делать такой прыжок, которого ни у кого нет. Тут можно быть хранителем, ночным хранителем. Что это такое, я не знаю. Но, видимо, это какие-то действия, которые есть у хранителей. Очень крутые функции, правда, некоторые из них не работают. Например, как сделать трюк. Я тут немножечко все подускорила. В общем, тут можно бить битой. Еще тут есть действие копать картошку, но потом вы ничего с этим не сможете сделать. И вам, скорее всего, придется перезапускать игру. Еще я заметила то, что когда ты пишешь в чат, тебе высвечивается Павел Ветерков. Если что, то это администратор этого чита. И как бы он тебе пиарит с помощью вот этого чата. Давайте рассмотрим функции, которые можно делать с другим человеком. Можно кидать краску, можно угостить человека, можно в него кинуть тортом. Блин, куда она ушла? Ну ладно. Администратор группы говорит, что человека невозможно выгнать. И сейчас я хочу это проверить на шоу «Холостяк». Смотрите, тут есть моя знакомая, она тоже скачала чит, и, в общем, здесь возможны однополые браки. На себе я это проверять не буду, потому что у меня тут есть уже жена, и если я как бы так сделаю, возможно, она у меня удалится, поэтому не буду этого делать. Я просто попытаюсь дойти до друзей, до хороших друзей, вот, и посмотреть вообще, как это происходит. Говорят то, что тут можно доходить до друзей и вообще не тратить при этом никакой энергии. Вот, смотрите, он меня принял в приятели, теперь мы доходим до хороших приятелей, до друзей, и вот так вот можем дойти до лучших друзей. Это, кстати, очень прикольно. Во-первых, на это не нужно тратить много времени, и во-вторых, ты не тратишь на это никакой энергии. Но другие функции у нас пока что не работают, потому что я еще не прошла те функции, которые нужно пройти для начала. Потом у меня остановилась запись, и я, к сожалению, не успела заснять, как меня пытались выгнать, но я все равно не ушла. Вы можете сами зайти на чит и проверить это. Ну и на этом все, дорогие друзья. Всем пока. Увидимся завтра на стриме.